духи города. Ну, или духи местности. Все зависит от того, где вы проживаете, где вы обитаете. Такие духи есть абсолютно везде. Город, деревня, село, любой населенный пункт, любая местность, есть свои духи. И от того, как они вас принимают, будет зависеть и ваша дальнейшая жизнь, ваш успех, ваше процветание, ваше благополучие. А особенно это касается тех людей, которые переехали из одного места в другое. Тот человек, который родился, ну, в данном месте, да, где он и живет, ну, у него, скажем так, есть приоритет по праву рождения. Есть такая сонастройка, да, что как бы, ну и пословицу многие, наверное, знают, да, где родился, там и пригодился. То есть здесь как бы духи помогают место своим же, да, как бы. Но когда человек приехал, ну, скажем так, как гость, да, и остался, возможно, жить, а может быть, сразу ехал на постоянное место жительства. Здесь обязательно нужно понимать, что есть духи места, с которыми нужно дружить и с которыми нужно взаимодействовать. Но чтобы понять, какая именно связь у вас есть с ними, какое есть взаимодействие, вам поможет расклад, который поможет определить, какая у вас связь именно с вашим местом, с духами места, именно того, в котором вы обитаете. Потому что может быть такое, что вы, ну, может быть, даже и проводите много различных ритуалов, проводите какие-то практики, работы, стараетесь, да, особенно это касается, может быть, какого-то вклада в работу, да, вы не можете найти работу, вроде бы все делаете, и нет никаких причин, ну, скажем так, мешающих, да, но все не так, все что-то не получается, срывается, это как раз может быть и то, что духи места вас не принимают, что-то им вас не нравится, тогда их нужно задабривать. Но чтобы именно понять, какая взаимосвязь, здесь вам поможет именно расклад, который проводит мастера парапсихологического центра Алены Полынь, и данный расклад поможет понять именно, какая связь с духами вашего места, что нужно сделать и на что обратить внимание. И уже после этого расклада вы сможете сделать сонастройку с теми духами, с духами того места, в котором вы живете. И они будут не только вам помогать, но и защищать, и приносить различные блага в вашу жизнь.